Разделение города, как и всего общества, совершенно четкое. И где-то 50 на 50. Но не будут голосовать люди проевропейских убеждений за гречан. Исключено. Она не может набрать 50% в первом туре. Я думаю, та же самая ситуация и у Дарина Киртака по той простой причине, что на правом фланге очень серьезные люди, которые будут набирать проценты. Это проценты Киртака. Что касается, в этом смысле можете спать спокойно. У нас будет второй тур, и так. Вопрос заключается, кто выйдет во второй. Вот.